Жечь российскую технику градами. Украинские артиллеристы точно работают по позициям захватчиков и с такого оружия. Действуют четко и слаженно. Права на ошибку нет. Поразить цель и не оказаться под ответным огнем – главная задача артиллеристов. О работе украинских градов в Донецкой области в следующем репортаже. На некоторых участках фронта российские захватчики пытаются вести наступательные действия, но украинские артиллеристы сдерживают штурмы, наносят огневое поражение их живой силе и технике. Даже когда они отступают, мы им также насыпаем, чтобы этой нечисти было как можно меньше, чтобы они в тот мордор, из которого они вылезли, туда и залезли. Ребята получают команду о работе и сразу выезжают на огневую позицию, наводятся с помощью предоставленных аэроразведкой координат. Машина готова к поражению цели. После выполнения задачи военные быстро покидают точку. Противник отчаянно охотится за украинской артиллерией, поэтому смена позиции – обязательный этап. Уже на новом месте боевого дежурства командир подразделения рассказывает о результатах работы. Личный состав отреагировал молниеносно. Навелись через 5 минут. Выстрелили 10 реактивных снарядов и поразили вражескую технику. Военный убежден, что залог успеха – это слаженная работа всего подразделения. Сейчас я очень горжусь своими ребятами. Они лучшие артиллеристы, которых я знаю.